как минимум 3 человека с гражданством Германии находятся среди тех, кто был похищен палестинскими радикалами в Израиле. Об этом сообщила газета «Билд» со ссылкой на граждан, которые узнали на распространенных в интернете видео своих родственников. Официальный германский МИД пока эту информацию не подтверждает. Тем временем в самой Германии в эти выходные состоялись выборы в региональные парламенты 2 федеральных земель – Баварии и Гессене. Социально-демократическая партия Германии Шольца потерпела историческое поражение на выборах в Гессене, набрав всего 15%. Она никогда не получала такой низкой доли голосов в этом регионе, отмечает Шпигель. В Гессене СДПГ заняла 3-е место, уступив Христианско-социальному союзу и альтернативе для Германии. А в Баварии 5-е, пропустив вперед в том числе ХСС, альтернативу для Германии и зеленых. К региональным выборам в Германии особое внимание, потому что это не только самые густонаселенные территории страны, но и промышленно развитые. Именно на настроение избирателей этих земель ориентируется политическая элита Берлина. Сейчас в нашей студии человек, который пристально следит за общественно-политической жизнью Германии, сенатор Сергей Перминов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Итак, судя по результатам, могли бы вы назвать провалом для социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца обе избирательные кампании? Это не колокол, это набат. Это не предупреждение, а я даже не знаю, как назвать то, что случилось. Вы уже сказали, что и Бавария, и Гессен – это 13 миллионов человек. Бавария, Гессен – 6 миллионов человек. Это, по сути, 1/4 часть избирателей проживает в Германии. Всего 16 федеральных земель. И понести поражение для правящей партии, партии правящей коалиции, которой принадлежит федеральный канцлер именно в этих землях, это внутриполитическая, не побоюсь этого слова, катастрофа. Идет резкое снижение популярности партии СДПГ, и избиратель манифестирует это в день голосования именно в том, за кого он отдает свой голос. Бавария – это элитарий германский. Бавария – это земля, которая вот уходит вглубь своей связью к временам Священной Римской империи. Бавария, она способна приносить такие удивительные сюрпризы. Там, в течение одного месяца, да, в начале 20 века в Баварии была Баварская Советская Республика. Да, Бавария – это промышленный потенциал, это абсолютно все, от высоких технологий автомобилестроения до развитого сельского хозяйства и своей культуры потребления и кухни. То есть Бавария – это, ну, это просто очень серьезный срез общества. И Гессен. На территории именно этой земли находится такой аэропорт, хаб, как, например, Франкфурт-на-Майне. Именно там огромная концентрация предприятий химической промышленности и многое-многое другое. Еще раз, это не колокол, это набат. Это очень серьезное поражение. Можно ли в таком случае говорить о том, что избирательные кампании стали триумфом для партии «Альтернатива для Германии», которая, в общем, не скрывает своих пророссийских взглядов? На федеральном уровне партия «Альтернатива для Германии», на германском, да, федеральном уровне, это примерно второе место по уровню поддержки, так показывают социологические опросы, начиная с лета текущего года. То, что касается результатов кампании, вы уже о них сказали, да, в Баварии это 3-е место, в Гессене это 2-е место. Все большую популярность набирает вот этот калейдоскоп идей, калейдоскоп взглядов, которые проповедуют, исповедуют и несут своим избирателям партия «Альтернатива для Германии», потому что они последовательно относятся к происходящему. Если в случае с Шольцем он никак не реагирует на миграционный кризис, энергетический кризис, промышленный кризис, и избиратель этих 2 земель это видит, то «Альтернатива для Германии» предлагает альтернативную точку зрения, которое, по мнению германских избирателей, обязательно отразится на уровне их благосостояния. Ведь избиратель показал, как он относится в целом, да, к политике и позиции правящей коалиции. Это очень наглядно. Сергей Николаевич, а свойственны ли для избирательных кампаний в Германии такие скандалы, даже не скандалы, а чрезвычайные происшествия, которые вот мы наблюдали с лидером оппозиционной партии, когда ему неизвестно, кто что уколол, и сейчас политик находится в очень тяжелом состоянии в больнице? Ну, среди руководства партии «Альтернатива для Германии» не один Тина Хруппола
понес вот этот укол, да, ни один Тинохрупало оказался в госпитале с отравлением непонятным ни для кого веществом. Да. Да, там есть еще такой политик, как, к примеру, Андреас Юрке, который был избит в ходе кампании, сопредседатель этой партии находится на Майорке, потому что ее предупредили о том, что будут проблемы. То есть, если говорить про текущий политический момент, то вот этот лабиринт событий, знаете, таких внутриполитических германских событий, это загадка из загадок. Это прям очень и очень серьезно. Если говорить традиционно, давайте вспомним 90-й год. Вольган Шойбле получил две пули и был парализован в итоге. Это представитель христианской партии, который, выступая в одном небольшом городе, был атакован террористом. В целом, вот этот постсоветский период развития политики Германии, он имеет очень много таких интересных страниц и событий, которые достойны взгляда, я не знаю, там, писателей масштаба Агата Кристи или Конан Дойла, для того, чтобы к этому отнестись, вот именно с точки зрения детективной. Это такой очень серьезный детектив. Поэтому, к сожалению, можно сказать, что да, для германской политики, внутренней политики, вот такое жесткое противостояние элит, которое выливается в подобного рода события, это, к сожалению, да, имеет место быть. Считается, что немецкий избиратель крайне консервативен, то же самое говорят и в целом об избирательной системе в Германии. Согласны ли вы с этим или что-то сейчас меняется? Я абсолютно с вами согласен. Современная избирательная система германская начала формироваться в 1949 году, когда был принят первый закон. Основные принципы и позиции в отношении избирательных процедур, процессов, принципов избирательных процедур и процессов, они зафиксированы в германской конституции, в статьях 38 и 28, да, которые определяют 5 основных принципов проведения кампании, всеобщие, тайные, равные и так дальше. Да, и 28-я статья, которая предписывает землям принимать вот эти алгоритмы и принципы проведения кампаний земельных именно так, чтобы эти позиции были синхронизированы. Если по-крупному вот просто абстрагироваться от названий, категорий, то есть уполномоченные представители на федеральном, земельном, окружном и ниже уровне, которые назначаются соответствующими органами. Ну, вот эта вся система находится в подчинении Министерства внутренних дел Германии. Да? А если говорить о комиссиях, то соответствующего уровня комиссии тоже существует. В Германии есть, к примеру, такие экзотические способы голосования, как голосование по почте. Да? Ну, вот, ну, в том числе. А так, в целом, система весьма простроена. Она по-немецки регламентирована и прописано очень жестко, потому что, ну, мы, в принципе, находимся в одной системе, да, правовых координат. Поэтому можно сказать, что да, это очень стабильная, четко регламентированная система. Но, к слову сказать, Нэнси Фезер, министр внутренних дел, она же возглавляла список партии СДПГ в Гессене, и она же является лидером земельной организации. Одна из любимец, как говорят немецкие политологи, одна из любимец канцлера Шольца. И в ходе этой кампании было много любопытных сюжетов, когда, пытаясь поднять уровень доверия к своему списку, она возглавляла список, когда, пытаясь выиграть в Гессене эту кампанию, ну, там был такой вопиющий случай, когда на одно из мероприятий с участием журналистов запретили проход журналистам-мужчинам. Или при проведении одного из мероприятий, там был проход на кораблях, это тоже обросло соответствующими подробностями. Поэтому вот в целом система регламентирована, но взаимное влияние партийной личности на эту систему, оно не исключается, но в Гессене это не помогло СДПГ. А что может, по-вашему, заставить немцев, ну, в той же Баварии, голосовать за оппозицию? И вообще, может ли немец поверить такой партии, как альтернатива для Германии? А вы понимаете, сама жизнь не оставляет возможность не верить. Когда жизнь стучится к вам в кошелек, когда экономика домохозяйств стоит на грани выбора между плохим и очень плохим сценарием, когда идет сокращение промышленного производства, сокращение рабочих мест, когда идет на наших глазах и на германских глазах, германских избирателей, происходит деиндустриализация страны в целом, у вас не остается другого выбора. Вы видите идеи, которые подсказывают выход из этой атлантической ловушки, да, для промышленности и, как следствие, для каждого германца, проживающего в той либо иной земле. Либо вы видите следование каким-то мифическим, выдуманным целям, которые ухудшают положение вас и ваших близких. И вот в этот момент времени
тому пример я приводил с начала 20 века, могут быть, как я полагаю, неожиданности, когда, несмотря на мнение истеблишмента, избиратель, житель Германии, будет делать совершенно другой выбор. А можно ли уже сейчас говорить о трансформации сознания как у избирателей, так и у политиков, ну, учитывая, например, результаты выборов в Словакии, ситуацию в Германии, да, или там тоже Болгарию, Венгрию вспомнить? Орбан и Фицо последовательно, Венгрия, да, и Словакия, они во главу свои политические позиции поставили национальные интересы. Они сказали, это все здорово, то, что вы нам предлагаете, объясните, как мы будем жить, как будет функционировать наша система, как мы должны объяснять своим избирателям, куда мы идем дальше. И вот это отрезвление под этим холодным экономическим душем, да, вот под этим очень жестким напором такой повседневной реальности, конечно же, позиция здравомыслящих политиков, которые свободны от каких-то, ну, не совсем публичных обязательств и уз перед внешними центрами управления, эта позиция будет корректироваться в сторону своих избирателей. Потому что в противном случае, так же, как для СДПГ, вчера, там, 8 октября, случится не колокол, а набат. То есть для правящей коалиции, светофорной коалиции СДПГ, да, СВДП и «Зеленые», вопрос о том, как они будут балансировать и с чем они придут к 2025 году, когда случится очередной федеральный цикл выборов, он остается открытым. Поэтому, конечно, что-то надо менять, иначе сама жизнь изменит расстановку сил. Ну, нельзя не спросить, к чему теперь готовится нынешнему канцлеру? Какое будущее, по-вашему, ждет его, его политику? Ну, какое будущее ждет канцлера, я не буду предугадывать. Хотя, если следовать просто линейной логике, да, развития ситуации в экономике, в Германии рецессия, и тех внешнеполитических подходах, которые исповедует германское руководство устами министра иностранных дел, да, Анна-Лена Бербок. А если следовать этим утверждениям, ничего хорошего не следует. То, что касается канцлера, ну, я полагаю, что ему придется делать выбор для того, чтобы в этой должности и с этой коалицией, не допустив кризиса, добалансировать до кампании 2025 года. Надо помнить, что выборы в 2021 году СДПГ выиграли у правящего блока ХДС-ХСС, проведя мозговой штурм и сделав разбор ошибок, почему они проигрывали все предыдущие годы. А ХДС-ХСС, почуя на лаврах и имея такого мощного политика, как Ангела Меркель, не смогли удержать в своих руках власть, потому что сделали ставку на лидера, который не смог доказать свои лидерские позиции. Мы помним эту историю с Улыбочкой, не будем к ней возвращаться. Поэтому движение, внутриполитическое движение в системе германской, оно очевидно. И вот это движение, оно находится в какой-то точке, когда система примет одно из решений и начнет развиваться иначе. Но сопротивление приходу к власти таких партий, как АФД, альтернатива для Германии, среди правящего истеблишмента, среди атлантических центров, будет сильнейшее. И вот то, что произошло, да, с Тина Хруппола, то, что произошло с Андреасом Юрке и с другими представителями этой партии, это, конечно, это очень серьезно. Это показывает весь накал внутриполитической борьбы. И еще, Тина Хруппола, он же уроженец такого местечка, называется Вайсвассер, Белые воды, да, это местечко, где проживают лужнецкие сербы. Там два языка государственных. А в целом восточная Германия, где будут следующие такты избирательной кампании, это же традиционно земли, которые до Карла Великого, да, они принадлежали благородным славянским, западнославянским династиям и многое другое. Здесь вот, если говорить про Германию, это не на один час, это очень интересно. Поэтому все вот эти вот фундаментальные, да, провязанные вниз в исторические пласты истории, они дадут себя знать в течение ближайших 1,5-2 лет, а мы с вами с таким, знаете, интересом будем за этим наблюдать. Спасибо, Сергей Николаевич. О важности региональных выборах в двух землях Германии, Баварии и Гессене, мы говорили в прямом эфире с сенатором Сергеем Перминовым.